Ну, погода у нас в Москве налаживается, и я вчера такой подумал, надо записаться на шиномонтаж, потому что впереди у нас там 12, 13, 15 градусов, и для меня это была трудная задача, потому что окон вообще свободных не было. Шиномонтажка, на которой я езжу рядом с домом, там ближайшее окно было на 29 апреля, 14 часов 15 минут. В итоге я записался на завтра в город электроугли. Я сам офигел, это единственное свободное окно было. Поэтому завтра поеду и поменяю все. И хотел еще поделиться, то что наконец-то у меня прекратился отвал подписчиков, все пошло в гору, да, по одному, по три человека в день, но тем не менее, это все равно хорошая новость. То есть все, кто хотел отписаться, уже отписались, и, соответственно, новые прибывают. Поэтому добро пожаловать, смотрите видосы, ставьте лайки, пишите комментарии, все по классике. Если вы спрашиваете, где Катя, она пошла сейчас в магазин и купит сейчас что-то для завтрака, а дальше мы уже займемся вот этим увлекательным занятием под названием спорт. Катя большой молодец, накупила столько в Магните, что теперь звонит и говорит: Андрей, забери меня, потому что у меня пакеты рвутся. А он стоит, ждет меня. Пришел помощник. Ну вот смотрите, зачем столько набирать? Я тебя просил 100 раз, ну не надо столько таскать тяжелого. Так я тебе и позвонила, чтобы не таскать. Ну тогда надо было вдвоем идти. Надо было. Я сидел, у меня даже трусов нет. Так, к слову. Стою как дурочка возле Магнита, не могу ничего дотащить. Не, я могу, в Сочи я всегда таскала сама пакеты. Но сейчас просто мне лень было идти в магазин за новым пакетом, я бы на два распасовала, иначе мне казалось, он сейчас порвется. Ну я есть, и да. Было бы, прикинь, как стрёмно, если бы просто все на асфальте валялось бы, ну, и да. Это собирала. И ты бы мне писала: Андрей, приходи, помоги. Только не помогать, а собирать. Давайте хоть посмотрим, что тут Катя купила. Где яички? Зелень. А что такое тяжелое? Мне даже интересно стало. Разрыхлитель теста. Это ты будешь мне пироги делать? Да, Катюш? Да. Чудо-йогурт. Это тебе и мне. Молоко. Ну, наверное, оно тяжелое, да? Угу. Яблоки. Овощи. Сахар. Две пачки сахара. Сахарная пудра. Пончики? Так она мне для крем-чиза нужна. У нас что будет такое прям сладкое-сладкое сегодня, что это? Ну, может, не сегодня, но мне это нужно. Морковный сок. Два, тебе мне взяла. Ну, тут еще молоко. Я просто морковку не ем, ненавижу морковку, а морковный сок обожаю. Ну ладно, тут дальше неинтересно. Еще сахар, куча всякой фигни для еще приготовления. Такое, сделаю тостики. Угу, ну попробуем. Яблоки, сметана. Огурцы. А это что такое? А это кляп. А, ну вижу, да. Тренировка. Ну классно, молодец. Только больше не тащи так много. Красота. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Еще на завтрак мы себе сделали яблочное пюре, тут немножко апельсина. Вкусно? Да, очень. Но вообще через трубочку, через толстую можно пить. Оно жидкое. И никакого сахара. Вообще класс. Кайф. Да? Очень сладкое и кислое одновременно. Становись на мостик. Ну. Становись. Ну и чё? У тебя почему-то тело прямое. Ноги и руки далеко расположены. Да, после такого продолжительного застоя первый день занятий спортом дается очень нелегко. Мышцы дубовые, запыхаешься, очень быстро устаешь. Спорт это очень хорошо, но хорошего понемножку. Но опять же, есть надежда, что со временем будет гораздо проще. Катя мне там все показала, рассказала. Ну, в принципе, мне понравилось. Да, там дома на коврике, может быть, немножко тесновато было, но в целом для того, чтобы просто получить жизненный тонус и в дальнейшем, может быть, посерьезнее чем-то заниматься, нормально. Первый блин, так скажем, комом вышел, то есть меня хватило буквально на 15 минут, ну, может быть, 20, да, я там подрыгался, все поделал, рассчитывая, что завтра будут мышцы болеть, но опять же, у нас есть там коврик этот, который массажный. Буду разминаться для того, чтобы ничего не болело. Ну и так есть амбиция через день заниматься и как-то приводить себя в порядок. У меня цель, конечно, сделать себе кубики на животе.
вместо живота на текущий момент. Ну и в целом немножко прокачать руки. У меня, конечно, что-то осталось, но хотелось бы, конечно, побольше. Потому что я раньше плаванием занималась, у меня вот эти крылья прям мощные были. Сейчас, конечно, я поддулся. Говорю, чуть-чуть прям осталось. Ну вот, такие дела. Будем держать в курсе. Ну и мой мостик, это, конечно, смех смехом. Катя меня не пускала на кухню. Говорит, готовит какой-то сюрприз. И что, тут у нас фунчоза? А что это такое за шарики такие, квадратики? А, это креветочки в кляре, да? И коктейльчик. А я думал, мы его в машине будем пить. Ну, сейчас попьем, в машине попьем. Класс. Сейчас поедем к маме в гости. И Катя такая, а, со спорта хотел соскочить? Берем с собой. Поедем на пару дней. Вообще, что мы хотим сейчас сделать? Заехать в ДНС, купить погружной блендер. Катя будет готовить торт или я не знаю что. Ну и что-нибудь еще, может даже хлебушек попробуем. Может быть. Вот, и мне придется завтра опять заниматься спортом. Я думал, через день хотя бы. Катюш. Спорт через день, а то и через два дня. А растяжечка и зарядочка каждый день. Так что... Ах, вот так вот, все? Да. Именно силовой спорт будет у нас каждые 2-3 дня, как положено. Пару раз в неделю. Тиран. Просто тиран. Да я о тебе забочусь. Да сказать, я знаю. Вот это все мы с собой забираем. Только я тачку. Еда. Только я тачку почти освободил. И все. Мы это сейчас у мамы занесем. Еда, наша одежда и спорт. Вот. Все взяли? Зарядки, фигатки. Да, тебе кепка нужна? Нет. Я просто моя у тебя в машине. Не, не нужна. Значит, не берем. Все? Можно все врубать? Да. Вроде бы. Ну что, если этот влог мы едим, я что-нибудь таскаю. Первое, забираю тебя из магазина. Бери вот это. 20 килограмм, тут всяких гантелей и прочего. Да? Еда. Тяжелая, очень тяжелая. И плюс спорт еще. А, помогите! Возможно, лифт не работает. Что кнопка? Ага, возможно, лифт не работает. Класс. Кому-то 22 года исполнилось. Я так рад, что время 9:00, а на небе светло. Ну не так, как днем, конечно, но все равно классно. Еще пару недель и будет уже в 9 темнеть. Предвкушение новых кулинарных шедевров. А вообще приехали мы в торговый центр Рио или сюда прямо. Второй раз я здесь в жизни. Катя первая. Говорит, похож на Моремол. Ну фиг знает. Сейчас, в общем, ДНС сбегаем, заберем. И все, и к мамам поедем. Еще нам надо яйца купить и, мука, и муку. И шоколад. Слушай, ну я все-таки думаю, может, у маман там возьмем? Где-то в этом, во вкус вида. Ну, может быть, здесь найдем. Здесь, мне кажется, дольше мы провозимся. Там очень удобно подъезжать, вообще классно. Закрывается. Может, быстренько сбегаем, что-нибудь купим? Типа скромный? Ты понимаешь что-нибудь? Где ДНС? Как его открыть? Не ломай. Да, освобожусь. Пожалуйста. Давай, это хочу. Просто печатаем. Все. Все под контролем. Ну и снова я несу. Правильно? Да. Такая у меня обязанность. Быть муравьем. Ты говоришь, пойдем купим сейчас в магазине. Сейчас не прикинь тащиться, как им удобно. Довольна? Да. Вот, если что. Китфорд. КТ 1328.
Не знаю, что я засняла, но да ладно. Ну что, записываем? Глаз? Глаз. Зачем? Когда я ехали в лифте вниз, Катя говорит, посмотри на карту. Я на нее не смотрел. Взяли вот эту штуковину, снова в лифт наверх, говорит, смотри на карту. Яички. Я хочу вот эти, с людей взять. Вот эти. Сейчас буду искать. Маскарпоне есть. Не, если не подойдет. Если не будет этого креметта, то я возьму омлета с яичной. Креметта. Рикотту вижу. Вот еще какой-то претто творожный есть. Все? Больше ничего нам не надо? Надо. Шоколад. Ты обратила внимание? Нет, нам туда. Я тебе купил это. Лейс с лисичками. Да. Мой любимый Принглс. Да? Все для тебя. Спасибо. Пойдем? Ну, отпускай. Я тебя тяну за него, пойдем. Вдвоем вот так идти? Да. Это очень странно, ну ладно. Время 10 часов, поэтому выгрузил Катю у подъезда со всеми сумками и пакетами. Ну и сам искал место сейчас. Тяжеловато, конечно, тут у мамы. У нас-то там закрытый шлагбаум, а здесь... Пришлось поискать. Фух. Ну все, девчонок я потерял, да, на сегодня? Смотри, какой аппарат огромный. Вот по сравнению с рукой. Махина просто. Ладно, мне даже никто не отвечает, поэтому можно включать компуктер. И обновлять винду. Я в прошлый раз тут сделал обновление, и у меня пропал антивирус. Вообще впервые такое вижу. Хотя винда активирована, лицензионная, все такое. Сейчас буду разбираться. Ну что, давай, хозяйка, угощай. А и на часики тоже покажи. А на часиках у нас почти пол первого. Да-да. Тортик самодельный. Что там внутри? Катюш, расскажешь чуть-чуть, не? Я не знаю. Просто вдохновилась где-то в интернете. А вкус какой у нее? Вкус торта? Да. Ну, вообще крем-чиз. Он очень вкусный получился. Я облизывала тарелку. Я все съел. Достаточно вкусно. Надо будет пробовать еще делать. Я немножко заторможенный, потому что уже время. Почти час, а встал я сегодня в 9. Ма, прикинь, я в 9 сегодня встал. Я вот тоже заторможу на второй кусок. Ну так. Так торможу. Да, у меня немножко уже глаза. С добавкой. Короче, это, ребят, очень вкусно. Надо единственное чуть-чуть подождать, да, чтобы он подостыл. А так крем вообще все отлично. Первый раз делал, мне очень нравится. Прям вкусненько. Ты наведи посильнее там, может, зумом как-нибудь. Вот. Не знаю, какое у него. Есть ли у него имя? Или не, давай сами придумаем. Как кит. Он будет? Он кит? Нет, кит это я тебя так называю. Торт, давай мы придумаем название. Кита. Розовая. Розовая что? Горошинка. Розовая горошинка. Не, ну горошинка тут белая, а сверху розовая. Короче, напишите в комментарии, придумайте сами. Как бы вы его назвали? Сейчас начнут мой тортик обсирать. Нет. Все. Спать.